Красный огненный муравей – один из самых опасных в мире видов муравьев, обладающих сильным жалом и ядом. Место обитания огненных муравьев – Южная Америка, но насекомые способны выживать и в других регионах с тропическим климатом. Питаются они живыми и мертвыми насекомыми, сахарным сиропом и различными сладкими природными субстанциями. У огненных муравьев в одном муравейнике можно обнаружить особи различных размеров. Окраска у разных видов варьируется от бледно-желтой до красно-коричневой. В колонии насекомых может насчитываться более 200 тысяч особей. Укус насекомого похож на ожог. У аллергиков яд этих муравьев может вызвать анафилактический шок. Красные огненные муравьи способны выводить из строя электрооборудование, в том числе автомобили и компьютеры, и повреждать посевы. Колония огненных муравьев невероятно живучая. Во времена сильных ливней, когда муравейник начинает затапливать, муравьи вытаскивают личинок на поверхность, но не для того, чтобы спасти их от затопления. Личинки не утонут. Они используют их как поплавки для основания своего плота. Когда вода прибывает, весь муравейник работает как один слаженный механизм. Муравьи сцепляются друг с другом, чтобы образовать плот. А основанием этого плота служат личинки. И личинки, и муравьи покрыты маленькими волосками. Эти волоски помогают задерживать воздух, и пузырьки воздуха не дают им утонуть. Такой плот дрейфует по воде, пока не встретится с сушей или пока вода не спадет. Но может возникнуть другая проблема. Иногда в места затопления проникает рыба, и для них это накрытый стол и легкая добыча. Они способны полностью уничтожить колонию. Больше крутых видео в телеграм-канале. Ссылка в описании, в комментариях и в профиле канала.